В нашем распоряжении оказалась запись разговора журналиста Life News с бизнесменом Атарика Бахидзе, который пытался судиться с Вороненковым из-за недвижимости в Москве. И если верить бизнесменам, экс-депутат стал подумывать о возвращении в Россию. Может быть, к себе будете иски какие-то обращать? Не, мы будем так говорить, что пару недель назад подали иск в суд. У него были сделаны обыски, мы подавали иск именно к нему, а там я не знаю, как это все будет сейчас. У него есть имущество определенное. Он буквально вчера, вот ко мне подходил человек, выгод, Потар Владимирович, да, вот с вами хочет Вороненко поговорить. Он, в принципе, хотел сдаться, приехать, сдаться, короче говоря, просил, чтобы я переговорил с правоохранительными органами. А он телефон вам передал? Человек, который ко мне подошел, он со своего телефона набрал ему, сказал, что я с ним разговариваю, передал мне трубку, но я не могу утверждать, я же его голоса не знаю, я с ним не общался никогда.